Итак, всем привет! Мы начинаем наше супер-пупер-мега восхождение на гору Барсук. Дорога не церемонится с нами, и сразу она ведет вверх. Начинаю я с остановки Сорокиных хутора. Вот они, собственно говоря, сейчас видно их очень неотчетливо, но там, где забор, да? Попытаемся мы в этот раз все-таки дойти, осилить все-таки это путешествие. В прошлый раз петлял, здесь так и не вышел. Сейчас я надеюсь, что это будет не тот случай. Ну а пока что нечего рассказывать. Там дорога, как всегда, разделена на несколько этапов. Второй этап, она, собственно говоря, заворачивает это, получается, значит, забыл улицу. В общем, вот это вот Волжское шоссе. И получается, что на втором этапе дорога уходит на Волжское шоссе, а нам надо вглубь леса. А я сразу вглубь леса пошел. А так делать, оказывается, не надо. Значит, можно заблудиться. Идем, короче, по ЛЭП. Ну, по линиям передач. Но как только будет что-нибудь интересное, конечно, сразу буду включать камеры. И вот первый объект. Территория Министерства обороны Российской Федерации, какой-то лагерь. Заброшенный уже санаторий, что-то такое. Сталкерить, то есть пролезть нелегально уже времени нет на это дело. Что, идем? Идем. Треть пути уже преодолели. Сейчас входим в лес непосредственно. Я чуть дальше прошел. И вот что я подумал. Значит, войдем здесь. Так, стоп. Интересно. 22 километр. А здесь 21. Да? Здравствуй, лес. И мне сейчас надо прямо идти. Но это не совсем на ту гору, на полку. Заблудиться тут как ни хрен делать. Но судя по ориентирам, вроде здесь должно быть, да. Если вперед на полку идти. А чуть левее должна быть на Барсук. Да точно я сказать не могу. А, пенек. В общем, куда-нибудь и выйдем, короче. Вот овраг. Какой он здесь здоровый. Чё, идем дальше. Да, аккуратнее здесь надо быть. Идем туда. Не знаем куда. Как обычно. О. Пенечек. Так, ну ладно, идем дальше. Вот еще один указатель. 20, 21. А вот перекресток. Вот поэтому здесь легко и заблудиться. Но я принял решение пока не идти на гору Барсук, а идти туда, потому что по картам вот этот крайний поворот направо по отношению к телевизионной картинке, он как раз и будет на гору Барсук. Но здесь два поворота. Один ведет просто, а вот второй именно что на непосредственно гору Барсук. Поэтому сначала идем
О, как же. Ну, в общем, на дугу чуть гору, дабы не заплутать окончательно. Ну, вот так вот выглядит, собственно говоря, синий лес. Да, здесь очень густой лес. Отлично, указатель. Студеный овраг. Барсук. Пещера. Ну, пещера братьев Грельда. И полка. 0,5. Ну что ж, что ж. И на полке побываем. И, конечно же, главная цель вот эта. Барсук, пещера. Отлично, я дошел. Классно. Спасибо те, кто ставил здесь указатель. Очень в тему. Я ни хрена себе расстояние. А я тут раз там свернул, на перекрестке, который я вам показывал. В лесу, представляете? Перекрестка, правильно? Я заблудюсь. Ах, лесова приятно. Наш шов стоит под ногами. Да, не забываем, что этот осенний лес. Ну и не забываем также, что у меня камера. Заряд камеры тоже недолговечен, поэтому я вырубаю. И идем полюбуемся на полку. Тем более идти, судя по указателю, меньше километра. Вашему вниманию, гора Полка. Посмотрите, какой вид. Какой обрыв. Даже можно пройтись чуть подальше. Чуть подальше. Сейчас мы это сделаем. Сделаем. А как же я это буду делать-то? Так. Так, нет, камеру пока отключу, пожалуй. Так. Сейчас чуть-чуть вперед прошел. Но там в основном спуск. Нет смотровой площадки. Вообще сейчас стою на обрыве прям. Зацените этот вид. Вот это гора. Нет, не барсук, другая. А может и барсук. Ну, вообще здесь очень крутой обрыв. О! Тихо, тихо. Ну вот теперь можно идти и на барсук. Он там ли или дальше, пока не знаю. Но пейзаж здесь какой красивый. О, красота. За кустами ничего не видно, только в основном. Вот я тут раз матери говорил, вот про эти ягоды. На вкус они фиговские. Но судя по тому, что я в прошлый раз их съел, и мне ничего не было, но можно есть. По-моему, это рябина. Ну, ягоды так себе, но поддерживают, тем не менее, во мне кондиции, так сказать. Фу, блядь. Жуткая горькая хрень. Да, и злоупотреблять ими не надо. Конечно, тут так будет пердолить. Что, мы сейчас куда-нибудь пройдемся какой-нибудь лесной дорогой, чтобы заценить. Мы еще не достигли барсука, к сожалению. Но какой здесь ветер, а? А какой здесь обрыв? Так. Так, сумочку я пока поставил. Ну.
как бы сейчас идем на обрыв аккуратнее. Держась за дерево. О, за сусенки. Опля. Я своим излюбленным способом на четвереньках. Вот поэтому мне часто бывает, что штаны рвутся. Опля. Я прям скатываюсь с горы. Тихо. О, все, вышел на точку. О, вот где здесь открывается, да, шикарный вид. О, какой здесь и правда открывается шикарный вид. А впереди еще можно спускаться. Самолет где-то вдалеке летит. Ладно уж, сильно мы не будем стоять на обрыве. А, река. Незаконная вырубка. Может, законная, хрен его знает. Так. Ну, вот этот газ 66 шишига проехал только что. Так, мы вернулись к указателю. И нам туда 1 километр. А эта гора была еще раз, значит, полка, да? Сейчас пойдем на барсук, значит. Синий лес. Пройти мимо. Чья-то могила. Особенно очень классно здесь вечером ночью ходить. Да кто же захоронен-то здесь? Значит, Царев Александр Павлович. Ой, аккуратненько. Аккуратненько. Значит, родился в 1934 году, а умер в 1947. Великую Отечественную пережил. Ну что ж, Александр Павлович, пусть земля тебе будет пухом. В очередной раз. Помоги нам добраться. О, еще тропа дальше есть. Но мы все-таки вернемся на основную. Мы вышли на какой-то привал. Ну а гора Барсук уже виднеется. Виднеется только что-то. Что-то мы не с той стороны, наверное. Зашли. Здесь тоже неплохо. Какой здесь обрыв. А... это что получается, значит, так? Вверх. Ой. А вот и овраг. Ой. Не знаю, как здесь идти, но она уже, в принципе. Скалолазом. Вот так вот оно выглядит. Обувь. Я по-прежнему не понимаю, так ли нам надо было идти или все-таки чуть не спуститься, а? Я вновь во враге каком-то. А вот она уже и гора. А как подобраться к ней, пока я не знаю. Что ж, буду продолжать
поиски. Возможно, так и придется подуматься. Кто же его знает. Совсем немного осталось пройти. Нихера себе. Я ползком, барсуком. Так, корабль по Волге. О, сейчас мы выйдем. Выйдем мы наконец-таки, а? О, чуть-чуть осталось. Шел по этому оврагу. Начал подниматься там. Нам понял, что не справился, спустился и... Все штаны. А вот, кстати, еще ягода. Вот, еще ягода. Ну куда ж ты? Вот она. Вот она. Волчья, что ли? Пробовать не буду. Так. Ну что ж, у нас предстоит подъем. Подъем на гору. Веревки для скалолазания. А вот мы стоим на отвесной скале. Так. И нам еще подниматься. Еще не поднялись, но я решил себе сделать привал. Хотя и здесь открывается классный вид. Вот. О, гора Барсук. Пойдем. Ветер поднялся. Так, идем здесь. Здесь место опять для шашлычников. Вот мы с той горы шли. Теперь на это. Я столько жизни не проходил. Ни хрена себе ветерок. Шалит. Так, идем, поднимаемся. Уже Skyl Village прошли. Мы. Еще чуть-чуть. Так, идем, идем. Идем. Камеру придется нафиг включить. А, как барсуком пришлось идти действительно. Сейчас. Идем дальше. Здрасте. А это гора Барсук, да? А, спасибо. Наконец-то добрался. Вообще никак не успел попасть. Шел там. Борется. Еще во, так слепит солнце, а так еще выше можно, еще выше подняться. Фу, мы сделали это. Я не думал, что путь такой. Самая сложная гора. Самая сложная. Так,
Сейчас мы... Что это за... А, это мы где пришли, да? Та-та-та-тан. Да, чего мне это стоило, вообще ужас. Я столько шел. Я вот так вот. Значит, в вереньках я спускался вот по этим скалам. А скалы там еще круче, я не стал снимать, потому что иначе я бы сорвался и, не дай бог, себе что-нибудь повредил. Но я достиг цели. Я не только побывал на горе, я вот достиг пещеры. Я рад. Солнце уже заходит. Я не знаю, как я буду домой возвращаться. Нет, я знаю примерное направление, но у меня аж сил просто нет. А возвращаться домой... Я здесь значу, вы знаете, в этой пещере. Но мы не будем углубляться. Во-первых, я выбился из сил. А во-вторых, там темно. И в моей камере нет прибора ночного видения. Но вот так вот она выглядит. Где здесь летучие мыши? Нет, Самара Атлас 2003. Вот дальше уже тем. Ух, как тут прохладно, а. О, слушайте, классно, а. И вот дальше лаз. Давайте я. Отлично, а. Засыпали ее, к сожалению. Может, это не пещера братьев Грейль, да может какая-то другая. Но тем не менее, я достиг цели. Все, и прав, что засыпали, а? О. Ну класс. Класс. А? Самая настоящая пещера. Фух. А вот еще одна пещера братьев Грейды и тоже завалена. Кто-то тут что-то оставил, картонки какие-то. Вот такой вот обрыв жесткий. Так. Вот. О, пещера вот она сама, как она выглядит изнутри, а? Сейчас еще соберемся вот сюда вот, а? Ух. Класс. Отсюда открывается классный вид. О, я прям на самом обрыве. Слушайте, пещера-то засыпана, а? Нет, я видел лаз. Вот если дальше чуть, то в принципе можно. Дальше. Но главное то, что я достиг этого места, а? Это действительно, судя вон там указатель, что пещера братьев Грейльды. И нас встречает такой вот закат. Хер его знает, как домой я буду добираться. А? О, как красиво. Да, найти сюда нелегко. Вообще, я бы даже сказал, ужасно. Все, я выбрался на трассу. Я выбрался на трассу. Фу. Отлично, цивилизация, дорога.
Жутко устал. Ноги не слушаются. Ну что, все на этом. Спасибо за внимание. Пока. Пока.